До открытия конференции свою работу начала выставка. Здесь были представлены стенды, на которых все учреждения дошкольного и школьного образования отразили тему конференции, рассказали о том, как работает опережающее обучение. Наши учащиеся являются участниками различных конференций, конкурсов, олимпиад уже с начальной школы. И мы успешно представляем наши проекты на конференциях различного уровня. Кроме этого, на выставке ученики школ представили свои собственные изобретения. Учащиеся 16-й школы Ильдар Тимралеев и Игорь Крейда сами собирают роботов, участвуют в различных конкурсах как на региональном, так и на всероссийском уровнях и занимают призовые места. Я состою в кружке лего-роботов, роботехники, которые проводятся в школе после школьных занятий. Мы собираем роботов, после участвуем в конкурсах, различных соревнованиях. Задача данного робота – проехать по черной линии, не соблюдая инверсию. Просто наглядный пример работы. Конференция проводится в преддверии нового учебного года. Ее основная цель – создать пространство для открытого диалога работников образовательной сферы по основным результатам минувшего года. Пленарное заседание конференции с участием главы Альметьевского муниципального района Мазита Салихова и начальника управления образования Рафаэля Гайнеева состоялось сегодня во Дворце культуры Нефче. Были обсуждены итоги прошедшего учебного года и озвучены конкретные задачи на предстоящий. Предшествовала данному событию Республиканская педагогическая конференция в Сабинском районе, на которой президентом Татарстана Рустамом Минихановым были отмечены основные приоритетные направления в системе образования. Как отметил наш президент Рустам Нургалиевич, на Республиканской августовской конференции сегодня важно сосредоточиться на воспитании и подготовке нового поколения, способного обеспечить ускоренный рост экономики региона и страны. Самый первый важный шаг к этому – развитие дошкольного образования. Опережающее обучение ведется во всех образовательных учреждениях Альметьевского района. В своих докладах участники конференции рассказали об образовательной деятельности детских садов, о важности инновационного развития школ, о перспективах развития национального образования в сельских школах. Глава Альметьевского муниципального района Мазит Салихов поздравил всех педагогов с новым учебным годом. В своем докладе он обозначил приоритеты в системе образования, к которым отнес прежде всего повышение качества образования, в том числе профессионального и национального, решение проблемы дефицита мест в детских садах, патриотическое воспитание. Я думаю, этот год был интересным и в то время непростым для системы образования. В целом, наблюдается положительная динамика, об этом уже сегодня очень много было сказано. Это заслуга каждого из вас, уважаемые руководители, учителя, воспитатели. За это вам большое, огромное спасибо. Сизге бизур рахмат. В заключение пленарного заседания состоялось торжественное награждение работников образовательной сферы. Эльвина Хурамшина, Марина Юрина, Альметьевск ТВ.